Ассалаумағалейкум аға. Қалыңыз қалай? Жақсы. Аға, өткендегі мәселе сол шешілмей жатыр. Анылар бой бермей жатыр. Не сезем бола деген? Шырауым, бала емессің ғой. Рахметін айтсаң барлық шаруа шешіледі. Түсініп тұрған шығарсың, не керек екен. Кто там? Твое время пришло. Пойдем со мной. Паурум, кто ты такой? Сектант, что ли? Я пришел освободить твою душу от тела. Точно, секта. Уходи. Казыр мне полиция нашахран. И мною. Еш нәрсе түсінбейді ғой. Уходи. Теперь понимаешь, зачем я пришел? Это же я. Наверное, я сплю. Нет, ты умер, задохнувшись от газа. Я оставил чайник. Такая глупая смерть. Нам пора. Идем. Где мы? Почему темно и холодно? Здесь нет места свету и теплу. Подожди! Стой! Ты что, меня в ад видишь? Как так? Я всегда делал все хорошее для своих окружающих. Ты так думаешь? Помнишь этого парня? Ему суждено было стать талантливейшим хирургом и спасать ваши загнившие тела. Но когда ты работал преподавателем, тебе нужно было место на бюджетном отделении для племянника. И ты завалил этого парня. Его отчислили. После этого он сломался и загубил свою жизнь. Именно ты приложил к этому руку. Да. Мне жаль, что так случилось. Но знаешь, столько раз меня заваривали на их землю. Даже один раз отчислили. Я же не сломался. Ведь каждый сам хозяин своей судьбы. Он мог спасти тысячи жизней, но теперь не может спасти даже свою. Как-то ты хотел получить квартиру для своих родных без очереди. Твое желание исполнилось, но какой ценой?
Те, кому предназначалась эта квартира, так и не дождались ее. И остались ни с чем, в нищете. Я же для родственников старался. А этих людей я вижу впервые в жизни. Ну и самое важное для тебя. Ты хотел обрадовать дочь и купил ей права. Да. Купил совсем недавно. Она и так немножко умеет водить. А что случилось? Очень вот. Теперь она инвалид. Прощальный подарок от любимого папочки. Это случится через пару месяцев после твоей смерти. Я погубил и свою дочь. Не хочешь узнать, что случилось с душами тех, кого она сбила? О нет, они не здесь. Это же были дети. Им не место в аду. Ты помнишь этого старика? Да, помню, помню. Он... Стой, стоп. Дальше не надо. И после этого ты думаешь, делал только хорошее? Спроси себя, от твоего хорошего поступка не страдают ли где-то другие? Да, я ошибался. Это все прощается. Я каюсь. Не губи меня. Дай один шанс. Исправить все. Ты сам себя погубил. Вчера к тебе приходил газовик. И что же ты сделал? Я подкупил его. Оставил газовый баллон. Хотя нельзя использовать в многоэтажных домах. Надеюсь, газ не взорвался. Все целы. Я понял. Я виноват в своей смерти. Не только своей. Да, нам уже пора. Тебя ждут. Помни, каждый сам хозяин своей судьбы. И за каждый поступок его ждет воздаяние или наказание.